Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Валда, Игрель, Асгард и Рэй. Мы продолжаем выживание в DayZ Standalone. Всем привет, дорогие друзья. Всем привет. Всем доброго времени суток. Что, пойдемте лутаться дальше? Второй сезон, мать его, второй сезон. Зачем лутаться? Пойдемте сразу же в солнечный искать тепок. Одну же нашли. Ну это было забавно, да, согласен. Ну давайте бежим уже куда-нибудь, чего тут ходим кругарями? Нет, я считаю, что нам нужно искать кепок и творить добро, то есть говорить, что мы френдли и все хорошо, давай удачи. Пинать его под зад аккуратненько. Помогать надо, давать еду, давать бинты. Да, помогать. У нас у самих еды нет. Ну бинтов-то у нас есть. Такая супер. Компас кому нужен, возьмите компас. У меня есть. Я без компаса лучше ориентируюсь. Нашел кастет. Может было одеть кастет и пойти кепку пинать кастетом в голову. Ну у меня есть такой кастет, золотой такой. Окей. Ну что, лутаем все или идем дальше, ребят? Мы просто бегаем кругами. Пойдемте дальше, в солнце. Все, давай, веди. Я захожу в всякие дома, веди. Смотрю, что там. Веди. Дома зашел. Сейчас. Пошли только вот в эту, в пианино зайдем и все. Давай. Так, вон зомби бежит. Очень опасный, очень быстро. Возьмешь топор? Беру. Подожди. Вот, не берется. Взял. Так, где он? Ох, чуть Игрель меня зарубил. Блин, ты не пугай так, я думал, это зомби. Готов. Просто реально сзади в упор, я уже на кнопку нажал, прикинь, Игрель, просто она не сработала, тебе повезло. Ну, рубанул бы чуток, может, не убил бы. Может быть. Как вот это говно входить? Лежа, что ли? Говно, пойдем по дороге. Куда Рэй вообще подевался? Я в здании. Наручники нашел, ребята, нашел наручники. О, бери. Отлично. Ну, естественно, беру. Сейчас, подождите. Все, шик-блеск. Видите, не зря вошел. Сейчас тут лутаю до конца уже. Здания ничего нету. Что это за здание? Это завод. Сейчас, погодите. Так, Рэй, давай к заводу тогда беги. Там ничего нет. Ребята, вы где, на заводе на самом? Да. Выходите к бетонному забору, да, к этому? Сейчас у меня тут зомби в гостях, надо убить его. Бетонному забору? Вот, вижу кого-то. Это я убью. Ага. Где Рэй? Опять сраный ливень, не знаю. Где Рэй? Сейчас подмигнул, Дейса вылетел. Давай, удачи. Я спускался, и бетонный забор, это где у вас он? Ну, он там на выходе. Ну, около завода, окружает завод. Бетонный забор. Я бы не назвал это заводом. Ну какое-то фабрика. Дерьмо. Скажи, небольшая фабрика по пошиву одежды. А вот дальше там как раз этот пианинка. Я пойду в нее скажу, она открыта, кстати. Я в какое-то здание зайду, мало ли. Ну давай, трек пианино тоже двигаюсь. Да, конечно, мечтай поесть тут. Ага. Через фак газовая плита. А фактурочку залутали, да? Да. Так, зашел в пианино. Я тоже зашел за тобой стою. Угу. Поднимайся сразу наверх. Так а там уже Рэй, там уже делать нечего. Че, дверь-то закрыта? Че за фигня? Не знаю. Просто закрыта. Зомби орет, наверное, на нас согрелся. Да, возьмите что-нибудь топор. Выстрелись что? Да не надо. Ну ему плевать, пули проходят сквозь него. Он зомби долго молчал. Пули мимо него. Сейчас я беру. Пули проходят сквозь меня. И я доволен вновь. Да и стендалон. Да, я доволен. Альфа-версия еще. Да и стендалон. Багов много, чересчур. Здорово. Привет. Как сам? Что, будем бегать вокруг здания? Давай в пятнашке. Ты водишь. Ну мы Рэя вроде ждем только. Сейчас меня тихо-тихо просто погружается. Я стою где-то. Прогрузи мои текстурки полностью. Все, я бегу. Миссис Дейс. Так, выбегаем дорогу, короче, на главную. Беги в сторону дальше. Дорога. Море по левую руку. Вижу тебя. Бежишь правильно. Видишь нас? Это же ты, надеюсь? Да, это он. Белые штаны только у него. Действительно. Let's go, тра, давайте. У кого здесь белые штаны? Замыкающий. Ну, конечно. Я-то их мять не буду. Асгард, правильно бегу? Не, да, правильно. Рэй, меня надо. Смотри, там какая-то дорога справа еще, по ней, может, или по этой? Да по этой. Нет, это по этой по даже нам левее надо. А, на Березина, да? Налево написано. Да, Березина. На Березина. Это Березина. А вообще написано налево Березина. Что за бред? Ну, Березина стоит, в принципе. Ой, еще одна.
из трех частей. Еще одна кто? Ну куда прямо удаль... прямо в пианинка. А. Давай зайдем. Мы в пианинка. Прямо беги, просто прямо никуда не сворачивай к нам. Я вас вижу, на дороге тут стоит. Да что ж ты пусто-то так? Давай, мы сюда забежали, видишь? Угу, вижу, вижу, вижу. Так, так, так. Тут только книга, по-моему, и все. И... надо будет себе зашор найти в колоте. Вообще, нифига не вижу. Какой смысл от этих пианино, если здесь нифига не нет? Блин, меня сейчас лагает иногда, короче, правление вот персонажа. Много, вот особенно на этих полках двух. Может, с серваком что-то? Да, ребята, это просто березина. Вы еще не понимаете, что ли? Тут все залутано уже. Тут все залутано просто уже давным-давно. Пошли отсюда. Сейчас свалим туда. Так, нашли дом, да и дождь кончился. Я что-то запутался, откуда мы пришли, куда. Мы туда идем, так, куда? Нам вот сюда, в эту сторону. Нам влево. Сейчас вообще взять еще надо. Ну, на 9? Ну не на 9, где-то на 10, да? На 10, на 11. Да. Ну, а дорога как раз это 10. Короче. На 10, на 11 дорога как раз пошла, я так понимаю. Зомби бежит, возьмите кто-нибудь. Беру. Где? Я целюсь. Да не... А, вам топор достать уже лень, что ли? У меня вот топора нет. Мне лень. Вот здесь, Валдай, вот здесь тебя убили тогда, помнишь? Нет. Вот здесь. Да. Может быть. Нет, точно не может быть, а точно вот прям здесь. Ну хорошо, здорово. Почтим тогда это место. Так, еще зомби. Минуты тупого бреда. Ладно, беру опять. Топор найдя будут тоже бегать топором, нет топора пусть. Кстати, да, нужен просто человек, который не оружие, чтобы он бегал с топором и не парился. И все зомби принимал сам. Ё-моё. Ну это я стрелял, если что. Я знаю, что это ты стрелял. Зачем? Так, ну что, тут какое-то здание есть? Я прикрыл тебя, зачем? Он тебя ударил бы. Сзади еще замогилит. Еще. Вот поэтому и не надо было стрелять. Военный, по-моему, это или какой-то стоит. Ладно, ладно. Примешь сам? Да. Вон еще бежит. Ребят, кто там? Какое-то здание есть, по-моему, лутавильное, я не помню, как оно называется, типа школа там. Давайте тогда за мной все, ребята. Видишь, да, меня? Да, вижу, вижу, беги-беги, заходи в здание. А еще один, да ё-моё, сколько их. Ребят, мы ушли налево, сыграли, вдоль бетонного забора, да, получается. Я видел. По грунтовке. Тут зомби. Ой. Так, что-то у нас. У тебя зомби ходит? Есть. О, консервы есть, говорите, все залут на березин, все такое. Консервы. Зашел, играли с тобой. Я беру. Там только зомби где-то бегает. Вижу, вижу, принимаю. Фак, она жива еще. Какого черта? Давай топор еще возьмем. Подожди, escape, конфигурация. Мне просто все не видно нифига. Видео. First, у меня жажда. Водичку купи. Вон там же дождь идет. Да понятно, что дождь идет. Просто тупо, блин, реально попадаешь по зомби, у него видно, что кровь идет, а она не умирает. Она не сразу же, не с первого выстрела может умереть. Даже от калаша у меня не сразу же умерла, а со второго тут попадания. Понятно. Надо, короче, да, надо патроны экономить и топором мочить. Да и к тому же шума меньше гораздо. У нас и так их уже мало осталось. Нет, у меня еще есть, я тебе дам еще. У меня аж три обоймы еще, помимо этого всего. Одна заряженная и две запасные. У меня просто вот обойма у меня заряженная, обойма еще патронами и еще 9 патронов, все. Ну понятно. Но это в принципе 69 патронов получается. Мало? Мало. Мало. Ну извините. Сколько есть? Просто я одну обойму в одной серии воздух стрелял случайно. Да здесь всякая шляпа валяется, короче, не знаю, ребята. Тут ничего нет, это как кроме консервов. Отвертка банка. Там. Я говорю, ничего тут нету. Надо идти дальше. Вот шлем из для этого самого, для Асгарда нужен? Ой, для Рэя. Рэй. Я шапка есть. Ну так а шлем от пуль защищает. Да. Я видел его? Ну ладно, забей тогда, как хочешь. Шляпа у тебя понтовая. Дело-то твое, в принципе. Я найду что-нибудь потом прилетел. Возвращаемся обратно, да, на дорогу? Да, зачем? И влево. Можем прямо туда. Можно сразу сейчас влево. Ну давайте, да. Пошли, пошли. По прямой просто берем и идем. Окей. I'm slowly warming up. Та-ра-та-та-ра-та-та. Че, вы бежите, не? Да. А ты не видишь нас? Ты просто возьми правее вы немножко. Ты очень, влево. Не, направо, мы справа тебя. Там правее. Человек. Где? Вижу, 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 вижу человека. Контакт. Кепка, да. Нет? Не, пока не могу сказать. Убегает кепка, походу. Просто убегает. Конкретнее где? Побежали, короче, за мной. Вижу, 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 Игорелли, вижу человека. Побежал за тобой, Игорелли. За тобой бежит. Зомби. И это зомби. Это зомби.
Человек побежал по побережью. Я его вижу, но очень... Давайте-ка, Грелли, ребята, верите меня, да, за мной. Очень далеко. Я вас так не особо навижу. Вот и я не вижу его. На дорогу железную бегайте. Человек прямо на побережье. На дорогу железную бегайте к нам, срочно. На берег, прямо к берегу. Я уже на железной дороге. К берегу, к берегу прямо. Ой, правее путы. Правее. А вы где? Я могу попробовать выстрелить в него, он очень далеко. Вряд ли. А вас вижу, вон вы где. Очень много зомби, Горелли, давай зомбиями разберемся лучше, слышишь? А, вон, вижу. Игорелли. Да, я слышу. Ты согнал за собой всех зомби. Ладно, мы его упустим, походу. Беги на меня, беги на меня, Игорелли. Он солнечный бежит. Как раз туда, куда нам надо. Помогу, помогу, беги на меня. У вас там зомби. Да не надо, я сам. Сейчас пакеты попаду. Троих, блин, сам. Просто он по мне попал немножечко. Они друг друга бьют. Тупые имбецилы. Стой, дай я, просто бегай. Давай. Один пошел. Это кепка. Ах, попал, сволочь такая. На, второй ушел. Все. Блин, снова конфигурация. Вот это что бесит больше себе баг, когда вот тебя бьет зомби, да, потом конфигурация видео. Идиотизм просто. Вот реально, блин, настройте это, разработчики, мать вашу. Кто бегает спереди? Да я спереди, вот я. Ну так, на всякий случай спросил. Я как бы так и думал. Ну что, все, идем. Побежали за ним, он солнечный. Пошли. Вот там будет лутаться, по-любому где задержится. А мы напрямую пойдем. Он задержится, и он будет при луте, может быть, даже опасность какую-то представлять будет. Да вряд ли, максимум топор у него. Стрелы у него навряд ли. Я тоже думаю, максимум топор. Ну, даже если топор, все равно опасность представляет, тем более мы так. Не все, но большей части на баса. Так что мы будем стрелять по своим только. Че ж не по мне? Обычно погрею, да. В прошлом сезоне был другой человек с другим ником для стрельбы в него. Да, в этом сезоне ты, извини. Такова участь. Ты его видишь? В каждом сезоне должен быть человек. Бежит. Прям по дороге бежит. Мы прям за ним следуем. Так что особо. Я так понимаю, что нас не видит, да? Нет. Похоже, нет. Слишком далеко. Окей. Я его вижу спокойно через. Я тоже его вижу. Ну ты паси твоего его просто, и все. Паси его, а там уже как бы. Догоним. Мне кажется, будет тяжело попасть, а он поймет, что мы здесь. Не будем, начнет драпать, лучше пусть. Стрелять не будем, просто бежим за ним. Подберемся поближе. И зачем стрелять? Мы же хотели мировую миссию, а если, ну, там. Бензоколонку взорвать, я знаю. Я помню. Мировая миссия. Мировая миссия, Житорн. Эх, побережье новичков. Как классно здесь быть только с оружием, в броне. Совсем необходимо. На самом деле не забывай, что на любую силу всегда есть противосила, поэтому, блин. Поэтому надо его съесть потом. Докаркаемся. Полетит в лоб. Сейчас куча новичков, сколько камней забьет. Отверткой просто замучит тебя. Твой шлем забрал. Как кто-то говорил. Загонники забрало. За мной бегут два человека с отверткой. А, за мной, за мной. Это было очень опасно. Может, он, кстати, даже заметил, что мы бежим. Так, я его больше не вижу просто. Он там за забором бегает. Даже вправо взял, мне кажется, немножко. Ну я, если что, взял вправо на эту, на железо. Да, так я здесь и бегу. Ребята, кого сильно, а то у меня уже просто красным горит. Красным? А, стой. Че молчишь-то тогда? Давайте тогда мы с вами побежали искать его. Ой, с Асгардом, вы догоняйте, ладно? Иди сюда. А, ты даже бежишь. Давай, Асгард, пошли. Так. Держи. Ты тогда беги, наверное, прямо, может, я проверю дома или как мы поступим? Я по ЖД бегу сейчас. Он навряд ли выйдет. Скину. Спасибо. Вряд ли? Водичка есть у тебя? У меня есть, у меня две фляги. Асгард, не понял. Не смотреть? Подай, дальше бежать? Дома не смотри, просто рядом беги. Вот. Все. Будьте рядом, главное самое. Мы вас сейчас найдем. Поешь еще, Рэй? Я около железки, вот же я. Видишь меня, что ли? Вот. Что ты около железки? Я ж тебе сказал, вот, слева по вот дороге. Вот кепка, ребят. Знак. Где? Вот, во-во-во. Какому знаку из них? Вот, прям к нам бежит. Возвращаемся. Кеп. Скажи хеллоу. Ага, прицелься на него и скажи стоп. У меня войпа нет. Скажи, это ты слышишь, а он тебя слышит. Он от вас бежит, да? Да. Убегает? Рэй! А, вижу. No. Ну ты скажи ему, чтоб он остановился. Он тормознулся, Игорь, Стрельни в воздух куда-нибудь, просто. Он кричит hello. Он убегает.
Он убегает, да. Сейчас догоню, он там кругами бегает, да? Да, он прям возле них. Но я не стреляю. Все, так. Все, догоню, да, не переживайте. Мэн, стоп. Стоп, мэн. Мэн, стоп. Don't be afraid, we are friendly, man. We can help you. Don't be afraid. I'm seriously. You're trying to hit me. Go away. No, 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 no. It isn't. Скажи ему, что если он будет бегать, мы его пристрелим. I'm sorry. What? You tried to hit me with a hammer. No. Can we help you? Maybe you need some food or drink. Do you have a weapon I can have? Water? A weapon? A gun? Weapon? Oh, I'm sorry, man. It is impossible. Ну что, пойдем? Пойдемте дальше, ладно. Не будете его придется. Alright, have a nice day. We go away. Good luck. Bye. I'm going that way, then. Окей. Пошли, он все. Он с нами хочет пойти? Не, он говорит, я пошпаю в ту сторону. Пошли, все, не переживайте. Он говорит, weapon. Я думаю, наушника его предупредить. Он говорит, оружие, короче, говорит. Я говорит, нужно тебе там попить, поесть? Оружие, да. Он говорит, оружие дай мне, блин, нормально такой, да? Вообще нормально, да? В порядке. Так что, может, свяжем его все-таки? Так давай, наушники-то есть. По ногам, слив по ногам. По ногам, наверное, тогда, да, и потом... Ну, их в течение... Нет, давайте не будем, давайте не будем, нет, давайте. Мы же уже с ним поговорили. Давайте следующего, следующего точно. Этого просто реально уже мы с ним поболтали так нормально, как бы, знаешь, пожелали хорошего дня, а потом в спину стрелять начали. Это как-то тупо очень будет. Не по-пацански. Ну, я найду себе сегодня. Не, найди, давайте все, давайте договоримся. Следующего, короче, по-любому рубаем. Не рубаем, а отправляем. Ну, наручники у меня есть, так что все нормально. Надо было сказать, чтобы он не лутался здесь, а бежал дальше. А, да, и ладно, я думаю, что, знаешь, как подсел на попу, скажем так. Может, у него есть влиятельные друзья. Видев троих вооруженных. А прикинь, к ним ведет сейчас, да. Что он говорит, что он говорит? Слышишь? What? Where did you find your weapon? Oh, man. It's a long story. Это? In Aero, man. Заходи. Это, блин, почему я это сказал, а не здесь? Погоди, он что-то разошел с нами, что ли, нет? Не-не-не. Семена не выбрать. Семена. Я хотел этих. Где вы, говорит, нашли свое оружие? А где он? Ребят, нет, где он реально? Куда он ушел? По барабану. Еще плевать на него уже. Да почему здесь по барабану? Это какой-нибудь топор свернется и в голову какой-нибудь сандонет сзади. А вот он, я нашел его. Топор? Подожди, какой-то другой кепка, ребят, другой кепка. Ко мне. Может, он уже оделся? Он с вилами. О. Где он? Где ты вообще? За домом, за которым мы стояли, за домом. За ним, быстрее. Вижу. Стоп, мэн, стоп. Да это тот же пол. Дай, мэн. О, I'm sorry. Это другая. Другая? Это тот же самый, да? Он зашел. Вилы, он просто вилы нашел, у него не было вил же. У него не было вил. Все, выходим, короче, ладно. Парня бедного перепугали вообще до усрачки, наверное. Такой, нет. Ну понимаете, просто реальная ситуация. Я бегаю, смотрю, короче, прячется чувак, у него вил в руках, а вил до этого не было. Он их снимает и бьет на перевес со стены. Ну, не со стены, со спины точнее. Вы посматриваете там на спину. Я смотрю, да, там кто-то бежит за нами. Наверное, это Рэй. Там еще дальше он бежит. Тот парень бежит, да, но он... Да ладно, не вот это что. Видимо, он просто чувствует безопасность себя около нас. Ну, по идее, в принципе, он прав. Надеется. Моя мировая миссия, она сработала как бы. Поэтому все, следующего можно заковать наручники и заставить взрывать бензоколонку. Так я и хотел уже, я думал, что это другой чувак, понимаете? Реально, я думал, что это другой чувак. Вот так судьба выбирает кепок, понимаете? Кто-то выживет, а кто-то жестоко умрет и будет съеден. Ну все мы такими были, поэтому как что поделать? Надеюсь, что мы после взрыва его не сможем съесть.
я этого не знаю. А кто бежит по дороге? По дороге кто бежит? По дороге? Горевший, вкусный. Это Рэй бежит по дороге или кто? По дороге нет, нет, я сзади бегу вообще. По дороге он бежит. А, он бежит. Хорошо, а вот там вот по это все понял. Окей. Белые штаны узнал, все. Все, все, все. Рэй, белые штаны, так и назовем. Ну такой, что ты делаешь? Почему? Ты ж меня отпустил уже, такой, знаешь, орёт такой, я говорю, стоп, момент. Да-да-да-да-да. Таким, знаешь, таким голосом обиженным. Что, говорит? Таким обиженным голосом ещё такой, что ты хочешь, что? Что я не так сделал? Забавно. Мы же только что виделись. Забавно. Что я не так сделал, почему я? Почему вы ко мне докопались? Ты что, за меня прячешься, что ли, Азгар? Я так-то впереди тебя бегу. Ты только что не оскорбил. О, кепка бежит сзади, вот сзади вас буквально. Так это он! Это тот же. Нет, он без тетива. Но он... Без вил, не, у него вил на спине, это он, это он. Что ты? Пугай нас. А то пацан меня как-то обгоняет как. Ну так поэтому обгоняешь еще один. Мало кепок мы уже находили кучу. Три штуки получается. Одного за своих. Один вперед побежал, а этот третий, он сзади бежал. А, да, 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 один же вперед точно. Тот вперед убежал. Он, кстати, сейчас может быть где-то здесь. На заводике лутается. И может быть уже с оружием, кстати, вполне. Надо в карьер забежать, ребят, обязательно. Не с огнестрелом точно. Забежи, мне вопрос. Ну, огнестрелом может быть почему какой-нибудь тиш там или что-нибудь. Ну, вполне всегда какой-нибудь, даже дебильный это спортер, или как он там называется. Да, ну, здесь патронов не спавнится просто-напросто. Да ладно, всяких Волгах же может быть лежать. Мне наверное. Магазин бы найти, мне магазин найти. Это один патрон. Ну да, печально тебе. Я тебе скажу, где он в лесу примерно находится. Грейд только серия из 100 забудет, тот свой фейл. Я зашел в этот. Притом свой, собственный фейл. Факторка, типа. Смотрю, что там. Если что, кричи. Хорошо. Мы дальше пошли, тураж куда бежали, горели. Только то, что здесь пусто просто вообще в ноль. Ну давай тогда дальше за нами, мы дальше пошли прямо. Тут, похоже, залутали, даже если здесь вообще хоть что-то было, здесь-то взяли. Да, беги просто дальше, за нами, вперед. Ладно, бегу. I'm slowly warming up. Да, полностью пусто. Ребят, попить надо, жажда у меня, давайте привал сделаем небольшой. Мне тоже жажда, ну блин. Ох ты, мать твою. Где вообще? Зомби, дальше зомби, зомби, зомби. Взял топор, блин, ударила, сволочь такая. Да, это дело чести теперь, дай. Отойди в сторону. В сторону уйди, Рэй, не путайся под ногами, я же тебя разрешаю сейчас. Я увидел уже. И хотел добить того, он клауд. Все, надо попить, ребят, срочно, извините, я попью, короче. Попей. Потому что у меня жажда, причем давно еще. Там было. А, there is nothing left. Понятно, у меня нифига не осталось воды. Нашел набор отмычек и топор. Нет воды. Дай какой топор, Рэй. Пожарный? Жалко, что не пожарный. Че, дадите мне тоже попить. Есть колонка, где у меня попить нет, у меня кончилось. Колонка будет дальше. Пойдемте дальше, ладно. Давай страдальше там попьем, свет. Потому что у меня жажда и нет пить вообще ни капли. Где вы жажда? Я вижу только зомби. А вон его, его. Да все, ну, мы зомби. На дороге. Все. Ничего нет, вообще пусто. Пошли, выходим, все, ребят, давайте до колонки. Здесь давай. Реально ничего нету. Ну все, пойдемте тогда. Гоу, давай. Цель колонка сейчас в первую очередь. Если еще не лагало, было вообще замечательно. У тебя лагает? Ну да, так подлагивает, так что провисает вообще. I feel dumb. I'm slowly ты warming еще и намок, типа? I want to drink something. А как мы это сделали? Дождь шел? Так дождь шел. Что бежит? Кто бежит? Дождь шел. Да. Эх, бензоколонка, бензоколонка. Асгард, да ладно тебе, найдем мы еще кого-нибудь. Такой сокрушается. Уже вторая или третья бензоколонка, да? Не, ну просто этого парня реально, мы с ним так нормально поболтали, знаешь, он как бы пошел на контакт сам, как бы не стал там, знаешь, там в тупу убегать, там молчать, отмалчиваться, да? Как первый, допустим, да, он какой-то странный был. Первый нам мы не видели. Не, который ударил Асгард. Которого я застрелил. Который бил стену, ну да, он был странный, больницы. В больницу сбежал, хотел таблетки от мозга найти. Я у которой Клауда грил. От их отсутствия? От отсутствия мозга? Да. Таблетку найти. Ну там колонка, в этом населенном пункте или где? Да. Зомби. Отлично.
Заодно проверим, правда ли, что починили. Ну, вообще написано было в этом самом, в изменениях в патче. Исправлен баг с колонками. Вы там помните, гадали там, а вдруг их больше вообще никогда не включат? Вдруг это специально сделано? Ну, я предположу, что... Черт. Что это специально сделано. Типа там апокалипсис, все дела. Да, да. Ну, типа воды в колонках. По правой стороне она будет или по левой? Асгард. Я уж не помню. Где-то тут... Да найдем сейчас. По-моему, по правой такое чувство. По правой карьер будет. Кстати, пойдемте за карьером. Ну, давайте сначала попьем, реально жажданно, и надо наполнить флягу. Так она же не красная. Кто не красная? Жажда. Ну и карьер как бы никуда не убежит, нет? Тачку могут забрать кто-нибудь. Угу. Тут ее бы уже забрали давно. Уже бы уехали, если бы она там была, да. Да не факт. Вот люди, может, бежали туда и пытались добежать до туда. Короче, я не нашел колонку. Давайте вместе поищем как-нибудь. Может быть. Кто-нибудь мне поможет, например. Она, наверное, в одном из дворов. Наверное. Мистер Кэп. Наверное, ты прав. Что, Игорь, лезь что-нибудь? Осталось найти в каком. Голяк. Тут кажется, что есть место для машины, но ее нет конкретно. Так нету, значит, просто. Так подожди, ты еще побежал все-таки в карьер, что ли? Да, я тут. Мы уже да я Асгард тут, собственно. Вообще молодцы, блин. А мы ищем колонку. Вы просто реально команда прям моей мечты, вы знаете? Вот честно. Это взаимно очень. Так ты знаешь, я как бы хотел быть в карьере, в принципе, вообще там ни разу не был. Хотел посмотреть, как он выглядит вообще. Один раз только мимо пробегал. А ты уже в карьере, ну спасибо еще. Красавчик. Ну сходи. Да в жопу, блин. Сходи. Сходи в карьер, пожалуйста. А он колонку нашел? Нет, не нашел, с тобой бегаю. Краску нашел зеленый, гаечный ключ. Колонка. Я ищу колоночку. Была же здесь, я точно помню. Вот только в голове все перепуталось. Где она конкретно? Дождь опять пошел. Можно из дождя набрать, в принципе, вообще. Хотя долго вообще. Да долго это просто вообще нудно, блин. Да смысл вообще дождя, когда есть так, колонка рядом? Да, да, да. Так, я узнал тебя по кожаному рюкзаку. Его узнать проще после канала. Вообще такой бред, короче. Где колонка? Это здесь. Сейчас забрали. Нет, здесь она точно должна быть. Прям вот. Это я. Да я понял. Может, вокруг нее где-то бегаем? До 100%. Чертова колонка, а. Когда она так нужна, ее не видно. Когда она не работает, их полно. Я нашел ее. Где? Возле станции. Возле станции это. Электрическая подстанция, да. На север немного надо, почти что вглубь. И она работает. Да, я вот набираю. Электрическая подстанция. А где север? Это в сторону левого моря или как? В сторону гор. Это внутрь острова. Возле что ли этого? Так его. Красный, да, дом большой такой, зеленый, большой. Двухэтажный красный? Да. Кирпичный, да. Двухэтажный, ну мы так, у него... Нет, не кирпичный. Нет. Не кирпичный, другой. Ну такой, щербный, двухэтажный. Щербный. На дорогу выйди, покажи. Сейчас я на дорогу выйду. Идите в глубь острова, по дороге. Возле карьера, что нет, ли? Нет, ближе к Березину. Все, я, кажется, понял, где. Во-во, да, я вас вижу, на дороге, бежите к нам. Да, да, да. Поняли. Так, окей. Идеальное место, чтобы нас всех пристрелить. Но я все вам попью. Да не, вообще насрать, я буду пить, пока не напьюсь. Пока у меня будет написано, что мой стомач completely full. Так. У меня с едой, кстати, тоже беда. У меня осталось рис 20%. Кстати, у чувака, который на крыше был, я сухое молоко взял. Дать кому? Можешь дать сухое молоко мне? У меня вообще да мы скоро играли все, у тебя еду заберем, потому что у меня осталось самого 20% риса и все на этом. Можно я вот наберу, или кто-то набирает?
Так набирай, там же без разницы. Почему меня срубит? Ну, черт, не появляется. Че, никого нет вокруг? Я пока ем, я лучше отойду. Да, ты утонешь? Да не, не в этом смысл. Так. Вдруг кто-то подойдет. Та-та-та. Пристрелит вас двоих. Мы с Асгардом за вас там стим. Хидрейтед. Ну или он пристрелит нас четверых. И мы за вас четверых там стим. Когда-нибудь. Точно. В следующей жизни, да? Да. Да можно, в принципе, этой колонки и закончить. Мы все равно сходу следующего. Ну давайте тогда. Тут и попрощаемся. Как-то так вот. Ну что ж, друзья, спасибо вам большое за просмотр. Надеемся, что вам понравилось. Оставляйте комментарии, что вы по этому поводу думаете. Не забывайте про большие пальчики вверх. Для вас играли и комментировали Валда, и Горелли, Асгард и Рэй. И это был DayZ Standalone, второй сезон. Уже почти четвертый сезон, да. Чего не спросил ты, да. Всем удачи и всем пока. Всем пока. Всем до скорой встречи. Пока-пока.